Свою силу только в эстрадном жанре решили проверить и талантливые белорусы в золотом возрасте. Смотрите уже завтра вечером второй выпуск шоу «Фактор by 60+». Проект, который разрушает стереотипы и доказывает, что мечты сбываются в любую пору жизни. Только на первой кнопке искренние истории, неподдельные эмоции и, разумеется, чудо преображения наших героев на сцене. Многие из участников шоу не профессионалы и даже не из музыкальной сферы. Но их душа поет песни о самом главном. Уже завтра смотрите проект, который соберет всю семью экранов телевизоров. Впереди знакомство со второй восьмеркой героев «Фактор Бай». А что вы хотите сказать? Это для него. Браво! Зимой было у меня время, я в Ютубе напел десятка три песен под гитару, под гармошку. Вот. Ну и так получилось, что потом услышал «Фактор», пошел в огород, спел 5 песен, на телефон отправил и забыл. А потом звонит Даша и говорит мне: «Привет, приходи, ты все прошел». Ну вот, вся моя карьера. Многие думают, что это вышел, повесовался, типа... Песенку спел, и все. А вот если побыть на сцене, это все, понимаете, столько энергии надо, столько, это прям как выжатый лимон. Но я хочу самое главное понравиться народу. Я всю жизнь буквально пою для народа. Было такое, что на рыбалке, и начинаю его с улемья, кобыла, коза, и пошел там где-то, и потом наверху как засвищу, понимаешь. И люди вот такими глазами, браво, и такие простые люди. Я музыкант, но я инструменталист. Я фаготист, играл в Государственном академическом симфоническом оркестре на фаготе, на контрфаготе. Играл в музыкальной капелле «Сонорус» 40 лет и 7 лет. 47 лет дул. И мне нравится хорошая музыка в разных категориях, будем так говорить. И классика мне нравится, и джаз мне нравится, и эстрада, попса, шансон. Только четверо участников пройдут следующий этап шоу – полуфинал. Кто продолжит борьбу в проекте, будут решать по традиции члены жюри. Как и в прошлом году, это народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Олешко и Александр Солодуха, а также певица, актриса, обладательница медали Франциско Скорины Александра Гайдук. Именно они сформируют дюжину претендентов на победу. Суперфинал запланирован на 22 марта.